Спаборніцтвы, з якіх пачынаецца дарога ў вялікі спорт. Менавіта на кубку двара многіх з гэтых хлопцаў заўважаць трэнеры і прапануюць прафесійна займацца футболам. Большасць жа маленькіх ігракоў пакуль ганяе мяч толькі ў двары. В чём прелесть этого футбола? Это искренность. Они играют так, как они этот футбол видят. Поэтому вот эту искорку, если их перенести туда, в большой футбол, вот тогда футбол будет развиваться как бы в правильном направлении. У них такое, глаза горят, желание большое, они такие открытые, они такие, все это смотрят, все видят, все запоминают. За узнагароды юбилейного турниру змагаются 10 команд. На протягу 3 дней отбудется 27 поединков. Однако больше за все хлопцам запомнятся их первые матчи. У нас все почти получилось, только удары не очень пошли. Вот. И мы постараемся в второй игре выиграть, чтобы знали, что у нас хорошие игроки идут. Вот. И чтобы, может, кто-то станет футболистом, а кто-то хочет другим спортом. А вось команда Вовы Королевича у стартовой встречи святкавала упэўненую перамогу. Ёй уже можно уручать специальный приз за самую креативную назву. Игра оказалась очень легкой. Класс соперника, конечно, тоже виден. Постараемся продолжить такую же голевую серию. Ваша команда очень необычное название Степанович. Вот, расскажи, почему выбрали именно такое название? Наш тренер Александр Степанович вовсе. Мы с командой посоветовались и решили назвать команду Степанович, что вот так созвучно было. Степановичи – озерный, юбилейный, а район – темп. Какие команды станут призерами турниру, доведаемся у четверг. Матчи проходят на стадионе юнацтва. Илья Соболев, Виталий Вопсев, новини региона.